скидка. И тут же бросок Хенниканина. Добавка Лескинен. Косила Турунен. Хенниканин уходит за спину. Тут Йокерит организовал позиционную атаку. Попался. 2 в 0. Разыграли. Но не забили. А продолжение. Удивительный момент. И вот Лайпциг сюда. И выручает Линбек. И хитро-то, как дальше играл Майе. Я так понимаю, он от щитка Линбека пытался, ну или там от конька, отправить шайбу в ворот.